Всем привет, ребят! С вами Алексей 24, и мы продолжаем проходить игру Dead Island. Ну что, 2-4, погнали! Так, это что за дрын у меня там в руках, я не понял. Давай, маленький. Это так, теперь кажется мне раем. Да, ну, я тоже так думаю. Так, ладно, спускаемся, надо по-быстрому дойти до Синамая. Блин, ребят, я не знаю, мне может... Напишите в комментариях, вам вот эта моя тупая ходьба, она нравится, не нравится, или мне вырезать ее, я как бы, блин, я даже не знаю. Ладно, определимся на монтаже. Итак, мне осталось чуть-чуть, 17 метров. В принципе, можно полазить и всякую фигню тут поискать, повыпивать. А, вот, я уже здесь, я, в принципе, пришел. Ребята, с открытыми дверями вам не страшно, как бы, а? Слава богу, мы нашли тебя. Ты справился? Отлично. Да, может, не все потеряно. Итак, новое задание «Исход». Модификация гвозди. Задание завершено, жизненно важный пропуск. Так, я взял модификацию гвозди. В принципе, ну, нормально так-то, ничего. А что у меня конкретно, ребят, по заданиям? Вообще, надо отталкиваться чисто от заданий. Вообще, у меня главная линия сейчас идет. Это «Исход». Надо с Синамаем, короче, разговаривать и выполнять все его вот эти идеи. Хотя мы видим на компасе, на радаре, вот этого чувака. Он мне может дать квест, но я все-таки пока буду по сюжетным, так что играем в сюжет. Ну что, готовы к очередной вылазке? Надо, чтобы вы нашли спасательную станцию и выяснили, как там дела. Сможете? Доберитесь до спасательной башни, уничтожьте всю нежить в этом районе, сложность сложна. Награда 600 опыта и самодельный секач. Да. Говно вопрос, погнали. Идите по берегу. Идите по берегу, это кратчайший путь. Мы подойдем сразу, как узнаем, что там безопасно. Там должна быть рация. Подайте нам сигнал, и мы сразу выдвинемся. Короче, надо пойти найти эту спасательную станцию и с рацией позвонить ему и сказать, типа, айда, приходи, все нормально. Ладно, давайте ближе к сути. Я предлагаю, как вот сказал Синамай, надо реально идти вдоль берега. Сейчас очень много трупаков я встречу, очень много. Поэтому будет жарко. Ну-ка спать! Поспи, братан. Так, ладно, идем. Кстати, вот здесь я помню, был вся прикол. Смотрите. Какая-то баба, то ли мужик, я не пойму, кто это, долбится в туалет. Эй, чувак, там занято. Иди оттуда. Я следующий Черт, буду. Ну как же окрут? Да не говори, я тоже в шоке. Так, сразу, модификацию давайте. В яблочко сразу возьму. Удерживайте я, чтобы использовать ярость. Ну, ладно, ярость взяли. Так, теперь смотрим. Открываем сортир. Ну-ка, уйди отсюда, я посрать хочу. Блин. Вот и все, перелом, нормально. Деньги, магнит. Так, я активировал ярость. Первое, вот этот перк, который берется, он берется с первого раза. То есть один раз, и ты его взял. Допустим... Так, весла взял, пригодятся. А следующие перки там по 3, по 5 надо будет их собирать, чтобы брать эти перки. Так что прокачка дальше будет, она намного сложнее. И, как я сказал, монстры тоже будут сложные. Так, вот это черепа на карте означает, что они против меня что-то замышляют. А ну-ка, давай ярость. Есть. Есть. А, у меня ярость включена. Да блин, ты страхолюдина, уйди от меня. Есть. Пошел отсюда. Поспи. Так, есть. Ты че с ножиком на меня нападаешь? Совсем офигел? Или в повара заделался? Ну-ка иди отсюда, я следующий поеду на этой машине. Так, так, так. Все, я с ней разобрался, так, нормуль. Ну-ка иди отсюда. Вы че на мужика напали, я не пойму. Так, все, она готова. Все, нормуль. Надо поговорить с этим чуваком. Ох, дьявол. Ты... Господи Иисусе,
Кабы вы не проходили мимо. Хотите пойти со мной? Я складываю все, что удастся найти в киоске проката спортинвентаря. Может, вы найдете себе что-нибудь полезное? Может быть, пошли, показывай, что у тебя есть. Сейчас мы, ребят, немножко отклонимся от курса. Надо к этому чуваку посмотреть, что у него есть. Ну, во-первых, у него есть энергонапитки. Мне бы они не помешали. Там и столик есть. Сможете отремонтировать оружие. А, он предлагает, короче, ремонт оружия, есть, ребят. Что в полезное. Игре, короче, есть такая приколюха. Можно подходить и... Да погоди, потом возьму. В общем, я открываю дверь, и тут есть что-то вроде стеллажа. И можно ремонтировать именно оружие. Так, ладно, слишком все быстро происходит. Что-то я уже весь... Так, мыло. Всякую фигню набрал. Ладно, чувак, извини, мне идти пора. Мне синомая задание выполнять. Так, нож ныряльщика. Я ножичек взял. Ладно, с ножиком походим. Хотя вроде ножик ныряльщика неплохое оружие, я бы сказал. А тут вообще можно модифицировать оружие. У кого-то день не задался. Да не говори. А, это вот этот на меня идет. Иди сюда. Ну-ка поспи. Ща, ребят, запинаем ее, а иначе она за мной потом погонится. А тебе денег нет, что ли? Ладно, пошли. А, тут мертвяки могут за тобой реально всю карту гнаться, поэтому лучше уничтожать их сразу. Но! Да, блин. И пошли вы отсюда! Блин, это жесть! Ребят, вы больные? Нет вообще, с вами нормально все. Так, готов. Все, я его ножичком полоснул. А, этот встать хочет. Все, готов, по-моему. Так, все, готов. Ладно, уходим. Я думаю, тут еще полно столкновений. Так, ну-ка лежать. Главное, башку отрезать, и все нормально будет. Ржавая труба, я ее беру, она мне пригодится. Когда оружие просто уничтожится, я буду ржавую трубу использовать. Так, ты что, не готов, что ли? Так, есть. Блин, напугал, я вообще очканул сейчас. И ты иди отсюда. Так, пока они на земле, их надо прирезать. Так, отойди. Ёлки, сзади, нифига себе, ко мне сзади подошли. Помогите мне! Да блин, охренеть, я ее пинаю, она мимо моего пинка как-то пролазит. Есть. Так. Так, готово. Так, ты поспи. Так, все, поспи. А ты готова? Да, вроде готова. Так, все, убил. Да, жесть, ребята, мне срочно нужны энергетики. Я не знаю, где их собираюсь брать, но они мне нужны. Так, а что в сортире? В сортире энергетики лежат, на армуль и закуска есть. Как удачно я в сортир зашел. Ладно, идем дальше. Исход. Используйте смарт-карту. Короче, понятно. Так, вот это сейчас живет, нет? Блин, ну-ка падай. Ладно, не хочет падать. Ребят, я хочу вот эту фигню взять. А для чего, сейчас покажу. Тут, короче, будет один прикол. О, на, все, с ног шип. И режем башку сразу же башку. Ребята, я не зря писал картинку, что я не рекомендую эту игру смотреть лицам меньше 16 лет. Ну, жесть же! Это же ненормально. Это вот такие картинки. Так, пошел отсюда. Так, отойди от меня. Так, все, давай. Так, все, добит. А ты фиг ли встал? Ну-ка, ляг. Так, все, взял. На всякий случай вот этот возьму, потому что мне понравилось кидать в них. Так, понял. Сейчас будет трэш, кстати. Тут очень сильный будет зомбак, который... Блин, ты чё, воскрес? Можете в это поверить? Они жаждут меня убить. Ну ладно.
мостов. Вроде. Да ты что не умираешь, я не пойму. Ну-ка я попробую вот этой фигней прибить. Все нормально. Какой-то хренью прибил. Короче, мне вот эта фигня нужна. Не просто бросаться. Тут будет очень мощный такой этот чел. Его фиг убьешь. Ну-ка, пошли все отсюда. Полежи. А мы с тобой вот так. Есть. Давай еще раз. Да, оружие уже маленько плохое, оно кританутое, и поэтому мне уже сложно получается их добивать. В смысле, 6. Давай добивай ее. Все, нормуль. Так, я если что, ту фигню выкину. Сейчас здесь должен быть мощный монстр.